портал Газгет поступил вопрос. Если человек похулил Святого Духа, получит ли он прощение от Бога, если покаяться? Конечно, не всякое сомнение. Вот что значит похулить Святого Духа? Это тогда, когда ты знаешь, что это Дух святого, и не принимаешь этого. Вот такое состояние, естественно, подразумевает, что ты не можешь спастись, потому что Дух Святой тебе говорит там, о грехах, там, о том всем. Ты знаешь, что это Дух Святой говорит, даже не то, что это, как говорят все, ну, совесть – это проекция общественного такого сознания. Нет, вот это, это, это еще не то, это еще не, не хуан дух Святого. А когда ты веришь в Бога, знаешь, что Дух Святой есть, знаешь, что это истина, и его отвергаешь. Станет у бесов в чистом виде. Они знают, что Бог есть, знают Дух Святой, знают истину, которая Дух Святой, и сознательно противится. противиться. Вот они спастись не могут. Они в этом загренили. Но человек просто, ну там, похулил даже вот, даже есть даже Священное Писание, как Господь говорит, что если кто на сына человеческого... там сказать, скажет слово да, нехорошее, то он простится. А с Дух Святого не простится. Дух Святой – это не то, что различие, что вот Христа можно хулить, а Дух Святого нельзя. Во второе лицо можно хулить, это а Дух Святого нельзя. В этом смысле, смысле различий нет. Различие в том, что почему Хрис, о Христе, о Христос так все говорит, что ну, думали, что он как апостол, апостол Павел, бывший, вот, когда он Савром был. Он думал, что Христос – это какой-то еретик, какой-то смутьян, который вот хорошие фарисийские учение разрушают, смущает хороших иудеев. Когда он понял, что он не прав, то есть Дух Святой ему явился, ну и Христос явился, и Дух Святой все сердце явился, потому что нельзя разделять действия Святой Троицы на какие-то вот такие, так сказать, что Святая Троица всегда действует одновременно. Тогда он понял, что он не прав, и покаялся, и стал даже первоверховным апостолом. Вот. Поэтому, если ты просто скажешь, ну, вот, ну, там как похудел Дух Ситага, это еще не это как считай, как Христа похудел, вот высказание Христа. Вот если ты, повторяю еще раз, вот в сердце, осознавая, что это истина Дух Святаго, ее отвергнешь, вот тогда, да, тогда, а как, как ты тогда покаешься? Если ты истину зная, отвергаешь. Пока же невозможно по определению. Вот, поэтому, если ты вот так все-таки как-то, ну, по пошутил там или еще как-то вот отношении дух Святаго, или Христа, или Бога Отца. В смысле, тут разницы принципиально нету. Но потом-то осознал, пришел в ужас, то, значит, и, ну, то надо, естественно, бежать на исповедь, молиться, каяться. Но, извините, люди, которые сознательно служили сатане, сатанисты, каются, и Господь прощает. Мы это знаем более того, мы знаем, что из них даже вот были мученики, святые. Мученик Киприан, сатанист, колдун, общавшись чуть не с дьяволом напрямую. И когда он понял, что христианство – это истина, он покаялся о своих заблуждениях и стал так сказать, великим святым. И современные сатанисты тоже так делают. Кто из них кается, Господь их принимает. Вот. Потому что они поняли, что они неправы это тяжелая вещь, потому что они служили бесом сознательно, станисты, служили сатане сознательно. Это не то, что такое, знаете, ну, там, игра какая-то там, а, там, шутки на эту тему, там. а это вот они иногда даже вот в поле того, что они вызывали бесов, с ними общались. и, и даже в этой ситуации человек возможно покаяться. Это мы знаем из истории церкви, и древней, и современной. Но понятно, что просто так, вот я знаю, что если человек обращается, там, общается, какие-то какие оккультные вещи делает, обращается к к, 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 оккультистам или вот сатанистам, им, конечно, покаяться не так просто. Это не то, что, знаете, раз, раз и все. понятно, что рукавы, свою жертву так отпускать не, не будет. А человек, который э, обращается к оккультизму или сам за ним занимается, это жертва сатаны. То есть он невольник сатаны. Поэтому, конечно, он так его не опустит. Поэтому вот так к этому легкомыслу относиться как раз нельзя. Вот как и просто на двух светах там даже как-то так хулить тоже нельзя. Вот у меня одна знакомая, на ней она уже почила, она похулила двух святага, она с ума сошла она уж умерла в мире в церкви, она много лет жила с покаянием будучи церковным человеком но всю жизнь пила таблетки всю жизнь у нее были ну, она была тяжелый ментальный инвалид вот, хотя вот верующие конечно я надеюсь что она спаслась потому что она конечно прожила тяжелую но такую верующую жизнь но вот все-таки это вот может быть имеет такие нехорошие не, не последствия но, но это уж как как Бог попустит вот. Но, в принципе, спастись возможно. Только покаяние. Нет такого греха, который покаяние бы не смыло бы. И как сам Господь говорил, что если от твоих будут грехи, как кровь, как снег убелю. И стыкаешься. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.